России, Урала и Западной Сибири. При этом благодаря затоку арктического холода дожди в ее области будут лишь усиливаться. В эпицентре непогоды окажется Южный Урал. В четверг здесь стартует период аномальных ливней, который продлится до выходных включительно. И если сегодняшний день принесет в регион всего 20-25 миллиметров осадков, то последующие двое суток увеличат эту цифру до 150-170 миллиметров. Таким образом, к концу субботы на Южный Урал обрушится две месячных нормы дождя. Прямо сейчас ливни начинаются в Оренбурге и Магнитогорске, но больше всего от стихии рискует пострадать Челябинск. Посмотрите, в пятницу город может попросту смыть. Здесь выпадет 89 миллиметров осадков. Это почти 100-литровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Суббота подхватит ненастную эстафету и добавит в копилку еще 58 миллиметров влаги. В такой ситуации без масштабных потопов, конечно же, не обойдется. Водителям советуем заблаговременно перегнать машины на возвышенности.